Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Это новое видео, а значит новая распаковка. И сегодня у нас в гостях опять же Kinder Kawaii, серия «Милые животные», затем «Кактус», «Слайм» первый и второй сезон, «Кусочки чего-то». И я решила обновить сюрприз лотерейки, так что у нас сегодня вот такая вот лотерея. А теперь хочу передать привет Даринке Дан. Она первая увидела смайлик и написала время в комментариях. А чтобы получить от меня привет в следующем видео, вам нужно первой увидеть вот этот смайлик и написать в комментариях время. А если вы нашли этот смайл и не оказались первым, то включите колокольчик. И, возможно, в последующих видео вы окажетесь первым. Ну что ж, а теперь давайте начнем. Начну с кактуса. Здесь у нас вот такой вот номер 4. И достаю вкладыш. У нас номер 4 редкий. Вот. Значит, вот этот вот кактус у нас будет редким. Вот такой вот кактус. У него горшочек вот такой вот полосатый, в коричневый и фиолетовый цвет. А теперь давайте его приклеим в вкладыш. Теперь давайте распакуем слайм первый сезон. И это вот такая вот ложка с кавайной мордашкой. Сейчас я достану вкладыш. Вот вкладыш. И у нас ложка вот. И в этой коллекции нам осталось собрать лишь клей и миску. И мы можем сделать собственный слайм. А теперь распакуем кусочки чего-то. И тут нам попадается кусочек торта. Этот торт с... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестью свечами. Вот его вкладыш. Мне кажется, что на вкладыше он выглядит намного красивее и аппетитнее. А здесь он какой-то, ну, чересчур голубоватый получился. Давайте уже отметим. А в этой коллекции у нас остался только собрать пирог. Распакуем слайм второй сезон. Здесь у нас стрелочка указывает вот сюда. Давайте посмотрим, для какого это слайма. Блин, здесь приклеился, но ничего страшного, я уже поняла, что это баттер слайм. Вот его вкладыш. Для баттера слайм нам понадобится крем для рук и легкий пластилин. Давайте посмотрим, что в этом пакетике. Не открылось. И тут у нас... Ну, как видите, здесь квадратный — это легкий пластилин. Давайте приклеим его на свое место. И он у нас обычный. Те, что отмечены зеленым, это обычные. Пришло время распаковать Kinder Kawaii. Вот так она выглядит.
Внутри у нас молочный шоколад. А после идет капсула. И она темно-желтая, значит, нам попадется редкая игрушка. И вот такой вот миленький зайчонок нам попался. Он держит в руках свою любимую еду, морковку. Вот вкладыш от милых животных. И вот это была у нас редкая. Клеим его сюда. И нам остался последний сюрприз. Давайте поставим галочки сюда и сюда. Я забыла поставить галочку в прошлом видео. Ну а теперь давайте посмотрим лотерейку. Я специально оставила его напоследок, потому что если мы выиграем, я смогу открыть еще один сюрприз. Давайте начнем. Здесь у нас сердечко. Тут говорится, нужно собрать две сердечки. И здесь у нас тоже сердечко. Мы выиграли. А значит, мы откроем еще один сюрприз. Я выбираю кактус. Давайте его распакуем. И тут нам попадается... А, кстати, мы не смотрели номер. Нам попался шестерка, а его место это обычное. Вот сюда нам нужно его приклеить. Ну вот и все, мы распаковали все сюрпризы на сегодняшний день. А если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. И всем пока!